Поставили. Это нормально, это нормально. Вот. Хочешь, я твой еще ВСПДшный пост так солью? Я тебя потом так же. Я лично приеду, тебя солью. Че, давайте, кто больше. Давай. Давай. Блядь. Иди сюда. Давай. Не, Дим, я, конечно, подозревал, что ты полный долбоёб, и это такое же. Это такое же степень. Ты съебан, съебан. Чё? На админку собираешься возвращаться, Дима? Вот ёб. А чё, так надоело, да? Ой. Сколько ты отстоял? Не помню, но мне плохо. Отстёгивай, слышишь? Ай, подожди, у нас раунд, я ж проиграю. Да ключи в руке. Проиграл. Не ключи, а ключ. Ключи. У меня, может, много ключей, откуда ты знаешь? Ну тогда они подбирают ключ к замку. Как он взял кейс, если он у меня привязан к руке? Ну что за дурь? Я не раз отыграл. Так а я ж передать должен был кейс. Кстати, он же у меня замку. Замок. Нормально. Иду нашел подходящий ключ. Или ми. Через страй давай. Давай. Ми. Стоп, а вы к чему ключ подбираете? Я понять не могу. Как к чему? Отстегнул ключ. Воу! Наручником? Совсем дурак. Отстегнул ключ, пишу. Блять, тихо, заткнитесь. Не дело в том, что у наручников один и тот же ключ. То есть, да, к любым наручникам отходит один и тот же ключ. То есть вам искать даже не надо. Пацаны, вы видели, что я сзади сейчас сделал? Ты видел, что я написал? Мне отстегнул ключ. Видел, что я вышел? Я сказал, что я удумал, может, у них магнитолу дернуть. На пульте указан таймер. А мне пишет какой-то Иван Стар, здравствуйте. Типа, здороваться, что ли? Передал пульт человеку напротив. Ну да. Как же? Нормально. Ты как? Я вот... 21-й! Или ты так рэп хотел зачитать? Да, да. Такой, йоу. Беру реванш. Дим. Чё? Ты хотел клеп вернуть. Да, не хочу что-то уже. Вообще чё-то не хочу. Я в мафии затянул. Йоу. Не, ну а чё? Голь, подожди. Давай, голь, раз. Чё раз, значит, чё? Давай какую-нибудь анимку на раз, два, три. Давай пятую, давай потанцуем, давай, готов? Подожди, 15-ю? О, тихо, мне Аня написал, с Аним не играйте. Кажется, это знак. Красная. Если вот эти базарят, нам что еще с Тёмой делать? Ну действительно. Пошли отойдём, Дим. Ну давай такой. Просто. Сегодня в 7 за гаражами. Брать не мило, отвечаю. Иди сюда. Подожди, стой. Да подожди. Ну я знаю, что ты сделал. Отойди от меня. Иди отсюда. Это надо видеть, МВДшник бежит. Да что ты отыграешь? Перепутал тоже что-то мальца. 46. Ой, ну чё ты, ну бывает. Нет, не то. Промахнулся. Давай последний раз, короче, смотри. Поза, где поза вратаря? 29. Давай, раз, два, три. Ну,
Еще раз и кик, все, я понял, это знак. Это уже знак свыше. Идем, пошли отойдем. Нет, там нас точно кик. Еще раз и кик. Чем не РП процесс? Зато весело. Ой, не могу. Миша, ты что ли? Я его не тут. Ой. Аж в горле пересохло. Да. Ну чё, Тёма, пошли отойдём. Завтра в 7 за гаражи. После школы. Да вот, за кинотеатром пошли. Нет, завтра после школы. Мне пора, самолет ждет, а после... Вот, мы вдвойне теперь знаем, кто ты. Это снова Дон. Вот Мишу взяли и подставили. Надеюсь, не будет. Отойди от меня. Я тебя вербую к себе. Спай. Отойди от меня. Уходи. Ладно, не уходи. Отойди. Поднял. Отойдите от меня. Сер. Уходи. Джузеппе. Уходи. Все, уходи. Подожди. Джузеппе, давай меня вытирай. Не сомневаюсь. Ага, вытираю уже. Ну что ж. Едем. Все, что я могу тебе сказать. Бля, Миша. Да зачем они мне звонят? Ну, опять телепортироваться погнал. Ну, все с тобой понятно, Макс. Ай, нет, включу фраз, а то сейчас все равно забанят. От телепорта к телепорту, давай, а потом будешь отмазываться. Да это лаги, пацаны! У меня даже фары не включаются. Ты бы видел, как ты едешь. А где я еду? Сейчас на пустыню на гору заезжаешь. О, нет, отлагал, на машине едешь. Сейчас к ВВС направляешься. А вот отлагал снова. Я, короче, видео останавливаю.